Предложили роль в слове Чушпана, отказываться не стал. Сергей Романович жалеет, что не сыграл Вову Адидаса. Сергей Романович выразил сожаление, что отказался принять участие в проекте Жоры Крыжовникова «Слово пацана», «Кровь на асфальте». Актер не стал пробоваться на роль из-за нежелания сниматься в откровенных сценах. Сергей Романович разместил видеоролик, в котором пояснил ситуацию, связанную с криминальным сериалом «Слово пацана». Вместо Ивана Янковского исполнять роль Вовы Адидаса мог бы именно он. Но Романовича есть принцип – никогда не сниматься в постельных сценах. Из-за наличия подобных эпизодов в сценарии актер не стал принимать участие даже в пробах. Однако теперь, когда сериал выстрелил и стал успешным, Романович невольно задумывается о том, не прогадал ли, по словам актера, любой коллега поймет его досаду и сожаление. Романович заявил, что задумывается, как бы смотрелся в этой роли на экране. Ему также интересно, имел бы проект такой же широкий резонанс, если бы образ Вовы Адидаса воплотил он. Узнать этого не удастся, поскольку Романович в любом случае отказался бы от съемок из-за эротических сцен. Актер пояснил, что на данном этапе жизни он не видит себя в таких эпизодах. По словам Романовича, это принцип, которому он не готов изменить. «Мне говорят, ты должен, ты актер, я в первую очередь человек, и только потом актер», заявил он, добавив, что не видит ничего предосудительного, если это делают его коллеги. Также Романович разместил на своей странице забавный кадр, где пошутил, что его позвали в новый проект. Предложили роль в слове Чушпана, отказываться не стал, смеется артист.